Всем привет, ребят! Ну что, продолжаем трешечок. Пробуем сегодня пройти 30-е древнее. 29-е далось нам, в принципе, не особо трудно. Ну, 30-е тоже будет нелегким. Так. Вот такая вот у нас сегодня будет древнее испытание. Вот такое вот. Вариантов очень много прохождения. Ну, блин. С этими пятыми ремками на них они, конечно, поднасрали нам конкретно. Так, окей, Бугимен будет у нас однозначно. Бастиончик, вот такая вот сборочка. Первый герой есть. Дальше попробуем Хупчика с живой. Так, надо поснимать с героев оживы некоторых. Брать. Пятая ремочка. Попробуем тоже такой вариант. Так, с малыша Ника убрали тыковка. Анубис на урон у нас собран. Так, дерево есть, хранитель ремка есть, Бигфут есть. Крыл собран. Седна. Так, живо Чикабум пусть будет. А кого еще мы с таких героев можем взять? Так, Ара. Ну, вроде, в принципе, все. Так, этот есть, этого можно убрать, Ирину можно убрать. Попробуем Буки, попробуем. Так, ну тут нам надо под Атланта еще кого-то. Давайте Райку все-таки возьмем. Ну, все как обычно, по стандарту, по шаблону выпускаем. И смотрим, как нас сейчас будут просто унижать. Так, Огник ударил. Выпускаем всех остальных. Да. Жесть, короче. Как мне это все нравится. Да, что-то сливает очень налегке. Надо все-таки попробовать сюда, скорее всего, сейчас еще поставить Гаргулу.
вместо Купидона для подхила. Чуть-чуть получше начали держаться, но опять же у тыковки разгона нет такого. Так, хорошо, берем фрейм, поставим ради интереса седну. Как вариант. Такой вариант не катит, к сожалению. Странно. Так, хорошо, если не такой вариант. Не вытягивают. Пробуем такой вариант.
Ну, такой вариант, конечно, неплохой. Вроде и сливают. Ну, так вот вроде неплохо смотрятся они. Ну, мало кто остается. Вон, в принципе, как вариант. Сейчас попробуем. Еще как вариант можно сюда попробовать. Минотавра. Ну ладно, попробуем такой вариант. Да, самый лучший заходик все-таки был именно тут. Попробуем отсюда забежать. Ну, тут надо, чтобы Анубис у нас удачно ударил. В принципе, только что пробовали, удачно бил, но, как видите, немножко не хватило. Такой вариант тоже не прокатит. Хранителя теряем баф. Нужно сюда, скорее всего, еще Бигфута попробовать как вариант. Берем Ару, попробуем Бигфутика поставить. Так, Бигфута что-то у нас быстренько А что за фигня? Жесть, короче. Просто как нубов каких-то раскидываю. Ну, Бигфут, давай, тащи уже их. Ну, выпустите меня отсюда.
Замедленная съемка подземки. Это жесть. Что за фигня? Перегрели подземку, называется. Блин, ну чуть-чуть не хватает практически. Если такой вариант. Хотят. Окей, попробуем где-то отсюда тогда забежать. Скинди Кейн. Тех мы их просливали нафиг. Тоже, в принципе, вариант. Выживают получше. Правда, немножко урона не хватает. Да, попробуем отсюда со стрелка. Нифига толком не поменялось. Воу-воу-воу-воу, полегче, полегче, ребята. Я вас все равно не затащу. Блин, состав, конечно, по дамагу офигеннейший. Блин, рандом, только рандом. Чуть урона не хватает. Но уже вроде всех максимум собрал на дамаг. Вот только можно, но опять же, как видите, не хватает чуть-чуть. На пол шишечки практически.
Возможно, гаргул бы помог, но некуда уже его пихать. Ладно, попробуем через Кенди. Самый геморный герой с предыдущей подземки. Ничего себе, смотрите, как отсюда неплохо вырывается. Вырывается и сразу слив. Красавчики. Вроде ничего так урона, а толку никакого. Блин, ну Махатма, конечно, круто раздает, но не то. Ара не хватает, чтобы блочь у многих. Ну и Бигфут сам тоже, смотрю, не справляется особо. Максимальный баф, в общем, нас не спасает. Печальненько. Может здесь повытаскивать их, как вариант, вроде неплохо получается. На нем хотя бы разгона набрать. Ну а дальше пипец просто. Хорошо, уберем Махатму, вернем обратно Ару. Давайте вообще минус. О, ничего себе, даже новый этот активировался. Давайте так попробуем. Ради интереса. Может, минус сейчас затащит? Конечно.
Ну, блин, как круто, ну, блин, а где урон? Вот что это было? Зависли, конечно, классно все дела, но, блин, а урон кто наносить будет? Жесткая жопка. Пробуем слиться на Асурике, называется. Тут вообще нереально с этой стороны, по-моему. Вариант еще на Кенди вот так вот разогнаться, как я вижу, если, конечно, попрет. Сейчас неплохой был заходик, но опять же всех нахрен посливали. В принципе, можно нормально зависнуть, если попрет. Ну а дальше опять рандом. Там тессы. Неплохой вариант. Сейчас попробуем еще разок. Прям сразу же кидать. Анубиса. Ну, такой вот вариант возможен. Блин, только они разбегаются очень далеко. Анубиса, к сожалению, сливают. Так, ну пробуем еще разок. Не выбежала к нам даже. Воу-в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 оу
Изи. Изи просто. Вот так вот, ребятушки. Все-таки надо вытаскивать кенди. Все, пишите комменты, подписывайтесь. Полчасика опять убили, но зато прошли. Всем удачи, всем пока.